Пушечными залпами встретили парусник Седов на Кильской неделе в Германии. Барк Седов, совершающий кругосветное плавание, принял участие в параде парусов. Это один из самых крупных водных праздников в Европе. В Кильскую бухту Седов заходил под проливным дождем. Тем не менее, российских моряков приветствовали соседних парусников и яхт сигналами корабельных тифонов и пушечными залпами. В Киль Седов прибыл с другого международного морского фестиваля в Голландии, где российский барк посетили почти 5000 человек. А уже меньше чем через месяц крупнейший парусник мира возвращается из кругосветки. Торжественная встреча российских моряков состоится в Санкт-Петербурге 20 июля.